Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А что если я тебе скажу, что если ты играешь рядом с Мапуче, то хорошо играть — это не быть в Золотом веке? Как тебе такая мысль? Да, это здоровская мысль, только проблема скорее в том, что первые два века очень сложно не попасть в Золотой, потому что, во-первых, у него Савон, первый район, он очень круто ведет, ну, дает много очков эпохи и ведет в Золотой век, а потом его это Хвачка. Но я уже молчу о том, что тут пару чудес у нас рядышком было еще. Ну, я согласен. Первые пару веков действительно очень сложно. Опа, я не могу отсюда стрелять. Нехорошо. И что, все, потерял все очки? Блин. Это плохо. Это очень плохо. Чудеса-то никто не строит. Я еще каких-то ветеранов громлю. Зачем-то. Понял, принял. Нет. Да ладно, рурку построили. Грек, что будешь делать, когда все техи закроешь в обоих древах? Не знаю, что в таких случаях делают. Ну, ядерками китаются. Ну, тут как бы по науке-то я бы не обольщался, я на три техи отстаю от Алексея. Да, только у тебя в два раза больше науки. Ну это потому что я карточку открыл. Довольно важную. Были данные, что карточка на 10%. Да, она самая. Хорошая карточка, всем рекомендую. Попробуем партизан завербовать. Сколько стоит купить фабрику? 780. Давайте, наверное, банк будем строить. Фабрику я куплю. Понимаешь, на нее сейчас действует еще фабрика, но мне вот для этого города надо. Да и три фабрики коммунизм ускоряют. У меня две уже есть. Три фабрики, видите. В любом случае.
торговец совершен. Я боюсь, вот того танк мне могут убить. Вот этот, к сожалению. Очень не хотелось бы, но убьет. Потому что я решил, что если я разграблю караван, он еще сможет ходить. А у меня тут ап был, кстати. На третий уровень апгрейд есть. Или выжил. Выжил. Отлично. Все, в темные века выхожу, да? Да. Континент. Здание промышленной эры. Давайте вот это. Пульс паровой машины. Так, отлично. Решил пушку мне бомбить. Тут холмы. Тут, конечно, вообще сложно так подобраться. Давайте лучше пушку подведу, хоть какую-то буду уже обстреливать. Лечимся, лечимся. Там на счастье всякие штуки. Зоопарк вот здесь. Религию я так и не распространяю, нифига. Через 40 ходов прощения. Но мне в Чонджу надо, видимо, построить священное место, чтобы оттуда. Так, тут все починено. Так, Алексей уже в ядерках, надо полагать. Да.
Могу сказать, у кого есть уран, у кого нет. Продаю информацию. Возможно, это будет слишком самонадеянно, но мне кажется, что у меня и у русского уран точно есть. Возможно, это будет слишком самонадеянно. В любом случае, ты же не видишь под городами, под районами, под чудесами. Ты прав. Don't fit the theory, change the facts. Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consolewar.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развитие до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consolewar.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид».
Improvements make straight roads, but the crooked roads without improvements are roads of genius. Так, давайте сменим содержание юнитов, поставим. Ну а тут, хотя подождите, я пока тут повоюю. Да, наверное, вот этот город надо все-таки не брать. Ну, в смысле, забрать и удалить. Он какой-то бесполезный. Повысим. Давайте Рейну. Ну, вот это классно будет. Рейна у меня как раз сидит в Янсане. Русский вышел во рту. Что я разрушил, ну, буквально пару клеток. Давайте, может, тут в фабрику построить, что она у него на все его города действует. Блин, не дотягивается фабрика. А, вот отсюда дотягивается. Так, тут фабрика есть, да, типа? Да. А что-то ничего не производится. Минус 24 от беспорядка. Понял. Минус 50 от нелояльности. Ну, я захвачу город, тут все пойдет в рост. Строительная инженерия. Ну, в урбанизацию надо идти. Там в коммунизм. Да, скульптуры, конечно, у меня очень все медленно. Действительно, поплыть к греку высадиться.
Не смог. Не смог этот поднять восстание там. Ну, русский собор святого Василия Блаженного построил. Все по фэншую. Эту дуэльку мы выиграли. Вопрос теперь, хватит ли нам этого выиграть игру? Сейчас должна усталость от войны начать проходить. Культуре 7,95, 307 русского, 661 науки фото грека, трындец. Давайте я грека осужу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не понял, а куда деньги делись? Что же это будет? Неужели ядерка с подлодки прилетит? Что так мало денег идет теперь? Слушайте, что может быть, как думаете, с ацтеком торговал, куча денег шла, а теперь внезапно, ну там, например, 30 золота вход, а сейчас 11-12 от каравана. Бонус золотого века кончился, наверное. Что за бонус золотого века? А, да, да, точно, точно. Блин, это было круто, да. А я думал, из-за того, что мы с тобой союзники, поэтому так круто идет. Из-за того, что мы союзники, идет по плюс 4 золота. Хочется плыть всеми юнитами в греку реально. То есть он вот тут стоит армиями. Сила при этом 1514.
Ну что началось-то? Нормально же играли. Ну ты слишком вырвался. Смотри, 600 науки. Культуры сколько? Нет, в культуре все изучено уже. Тем более, ты говоришь, как будто это, ну, да, типа. Ну, а чё? Ну, вот а, и всё. В науке много чего проскипано. Я тут на лидерство претендую. Туризма у меня как будто много. Грек, смирись с тем, что тебя уже распилили. Я еще поборюсь. Мне больше интересно, Алексей там чем воевать собрался? Флотом, десантом? Я думаю, что я... Ну, я тебе не буду рассказывать. Окей. Хотя, что я тебе скажу, я, скорее всего, через русского пройду. Ну... Через русского пройдешь? Ну да. А что, у меня танки быстрые. С ацтеком я тоже сойду. У всех дороги. По морю быстрее, не? По морю у меня нечем прикрывать юниты. А по территории... Типа у кого-то флот есть. Не, ну ты танками там сколько есть, видишь? Ходов 5. Интересно, сколько у меня сейчас вернется сейчас. Вот минус 6 недовольства, это самое большое. Самое большое. Так, у меня прокачан на вербовку партизан. Давайте не в Эритрии тогда, а в Кнос, например. Где там пехотная эта рота? Вот, пулеметная рота. Подождем, апнемся и поедем. Генералов хреново нету. Хотя можно вообще-то взять.
уже вот это тяжелая колесница, фиг знает сколько строилась, по-моему. Так, ну это нафиг все надо, что пригороды скоро откроются. Биг Бен. Ну давайте построим Биг Бен. Как сразу всего лишь одно недовольство. Кругосветное путешествие совершили. Наши герои на танках совершили кругосветное путешествие. Отлично. Русский проспонсировал счастье. Так, растем, развиваемся. Этот весь полуостров стал корейским. Где-то на окраине империи. Интересно, что себе Ацтек и Кри думают. Блин, да как эту херню закрыть-то? Всеми кнопками уже нажимаю. Россия объявила войну Греции. Ну, ну никак не закрывается, хоть ты лопни. Ого. Это интересно. Ну, у них тут армия, а я реально по культуре сильно отстал.
Как я могу? Повод для войны. Три хода. Вербовка партизан. Сейчас источники найдем. Коммунизм ускорили. Теперь театральную площадь строим. Против ПТ команды на обычных танках тяжело. Я так понимаю, что русский, видите, собирается и с другой стороны тоже атаковать. Держит здесь армии казаков, чтобы вертолетами хапнуть вертолеты и вертолетами нападать. Объявить войну Греции. Кстати, эта формулировка вынуждена. О, ракетостроение добыл. Смотри-ка, Спарта уже падает потихоньку. Так, вот тут где-то адмирал стоит. Побега повысим. И русского шпион там же сидит. Так, 5. Что, культурки получим. Повел. Ну, просто нету смысла держать на самом деле эту армию, потому что будет мы выйдем в ядерки и будем круга ядерками забрасывать. Смысл в этих юнитах просто очень быстро пропадет. Поэтому лучше. Да, у меня нету армий. В корпуса я только сейчас буду выходить. Но хотя бы хоть так, чем вообще никак. Чем просто промариновать эти юниты здесь у себя.
Так, Великий Зимбабве. Что он там дает, какой-то бонус к вашей торговой пути? Из этого города получает плюс 2 золота за каждый бонусный ресурс в пределах. Да, значит, надо из столицы пускать торговые пути. Строение похитил. Блин, две электростанции. А мне бы электростанции три хода. Давайте, наверное, выйдем. Так, потом сделаем. Я их куплю. Надо накопить к этому моменту. Хотя нет, не куплю. Блин. Ну, я тут всего два юнита на апгрейд. На самом деле. Я не понимаю, все-таки грек пытается культурой победить, туризмом. У него слишком мало туризма для этого. Зачем тогда ему в космос? Ну, в космос он выходил непонятно. Понимаешь, что тут нету научной победы, мы без нее играем. Поэтому, блин, у всех. Слушай, Ацтек, вот у меня ты Женеву перекупал, а у грека ты решил ее не перекупать, да? Типа нормально. Ну, ее сносить надо по-хорошему. То есть тебе наука не нужна. Просела наука у русского, потому что он объявил войну греку, у которого как раз все в союзниках эти ГГшки культурные и научные. Когда у меня появится повод для войны? Следующим ходом. Так мощно прилетает. Где, какому? В парте. Ну, с арты у него. У него стоит 4 армии арты. Душевно. И они у него с этими. С воздушными шариками. Между все самолеты разложит, но тем не менее пробовать надо.
Ты... Ё-моё. Что случилось? Мне там случайно походило. Причем я не нажимал на кнопку, на левую кнопку, точнее на правую. Ни на какую не нажимал, он взял и походил. Надо поставить карточку на больше действий рабочим и побольше их построить. Так, что у нас тут с войной происходит? Тут русский держит армии. Причем прокачанные армии. Третьего, четвертого, третьего уровней. Ну, я поэтому иду в ядерку, чтобы все эти армии уничтожать. Без никаких ограничений. Науки. Научной победы тут нету. Поэтому... надо выигрывать войной. By the march of science, the human nature, as manifested in tribalism and nationalism, provides the momentum of the machinery of human evolution. Так. Здесь поставим... при поражении юнит теряет на меньше боевой мощи. Дальше тут первого посла быстренько. Что из черных? Плюс 100% боевого юнита для всех юнитов. Содержание юнитов тогда повыше, но плюс 100% опыта — это круто. Эти бонусы от соседства вот так сделаем. Так, и война. Ну, пока все все, что тут Спарта. Так, давайте смотреть, какой у нас повод есть. Только официальный. Сейчас у меня упадет очень сильно наука. Да, почти на 100. Потому что все города-государства научные объявляют мне войну. Лавин-то особенно, блин. Все-таки десант. Ну, ты подсказал, я сделал.
Не, ну на два фронта у меня вообще никак не растянулся. Воюй с русским. Он-то твои города будет захватывать, а я если буду захватывать, то чисто уничтожать. Хотя, конечно, как тебе выгоднее. Да мне всяко плохо. Я смотрю, ты в стали варенье даже не выходил. Нет. Круто. Так получилось. Сиракузы на сайте. Канжу распространился иудаизм, а здесь нет, где мне надо. Он, конечно, кавалерия еще своего часа ждет. Ну, русский хорош, хорош. Да, перекупил обратно жене. Я сейчас начну караваны терять просто. Вот в чем... огромнейшая проблема. Так. Давайте-ка мы здесь откроем морскую традицию. Ну, послы мне нужны. Потом здесь вот так сделаем. Мне хотя бы Женеву перекупить. Была атакована на бреющем полете истребителем врага. Ну, я так и думал, что тут с самолетами начнутся проблемы. Экономические ходы к злу. Да.
Может, мне стоило лучше на Ацтека напасть? Ну, блин, он мой союзник, и я с ним очень много всякого бабла имею все-таки. Вот тут мотопехота. Ну, это слабенько. Кстати, не разграбил он мне караван. Эритрею я точно не возьму. Сиракузы, может быть. Да. Артиллерию не одну убил. Ну что, атаковать танками? Этот город. Я захватывал полководца, он прыгал туда-сюда. Строители. Там за хихиканье такое. Да он подвел танк. Я его ПТшками атаковал со своей стороны. У него там осталось, не знаю, КП-5 где-то. Он отвел свой танк. Просто Спарта уже в нулину, но... Я вижу. У нас же общий обзор с русским. Красавцы, что сказать. Напали на маленькую беззащитную Грецию. Если бы она была беззащитной. Ну ты там вроде вообще катишься по полю.
Как же я качусь по полю, если ты меня юниты убиваешь. Но это одна артиллерия, она дохлая. Просто во всех городах ставлю юниты. Маяк я не открыл, верфь не могу, потому что маяк не открыт. Забавно. Так, давайте электричество тогда. И где тут маяк-то? Атаковать город танками нет, уже мне их убивать будет просто. Ты, Алексей, скажи, ты сиракузы сжигать будешь? Ну, мне кажется, стоит сжигать, потому что я их вряд ли удержу. Ну, это такой, это поздний город. Он без воды там. Ну, в смысле, жилье. Неплохой. Грек, ну какой мир вот реально? Если мир с тобой, ну, ты такой, победишь. Ты сейчас там ядерок наклепаешь, потом будешь кидать на меня, на русского. Ну, на меня уже не надо будет. Мы с русским примерно ровно идем. Спасти этот танчик, чтобы его самолетик не увидел. Прикольно, ты в курсе, что из центра города можно по самолетам стрелять? Нет, я не знаю. Что-то какое-то непреодолимое желание пойти с ацтеком повоевать. О, господи, он спецназ парашютирует. Он в курсе, что это такая себе идея. Ну, что спецназ не берет города. Ну что, мне на Тирин впить, плыть или на Олимпию, как думаешь? Ты кого спрашиваешь? Ты меня спрашиваешь? Ну, русский нас не слышит. Сейчас могу посмотреть. Я тут борюсь с выделением самолетов с аэродрома, на котором стоит юнит. Это просто невозможно сделать.
Ну, Олимпия крепкий город. Олимпия тебе не дастся. Мне нет, а вот если мы вдвоем с русским будем, он с Поленки будет атаковать, тогда окей. Ну, как сказать, мне тут вроде ничего не стоит перекинуть войска. В смысле, куда перекинуть? К Олимпии? Да. Ну, потому так ты еще так же будешь стоять против русского. А я с другой стороны еще буду бить, немножко другая. Ну, если у меня будут хоть какие-то войска, ну, там, я не знаю, пара армий, ПТ-шек, твои танки там, не игроки. Мои танки скоро армией станут, не волнуйся. Не волнуюсь. Там русские со второго фронта полез, и вот это вот действительно страшно. Да, там нет, меня... так я видел, он стоял, ждал долго, когда у него он сможет... апнуть в вертолеты. У него эта армия из казаков там стояла в Нюрнберге долго. Ну, с самого начала войны стояла. Видимо, он вышел в вертолеты. Не эти города, они вообще как бы особо ничего не значат. Причем Самос, Трир, Фикея, Микены, Мегары. Вот. Ну, как бы вы можете меня зажать, окей, и... блин... ну тяжело так играть. На три фронта против двух игроков. Вы чё, ребята? То есть надо было тебе дать побеждать тут просто? Ну тут я не знаю. Ты там в ядерке вроде вышел. Мог хотя бы там до ядерок подождать и скинуть. Я еще не вышел в ядерке. А, ты там юниты открывал или чё? Да. Это слишком тяжело, вот что я скажу. Не надо было так круто развиваться. Как на три фронта воевать. Или тебе надо было на русского раньше нападать, чтобы обезопасить, а ты просто сидел в развитии и играл, ну, что ты ждешь? Ну да, да, что еще делать? Так, надо танки строить, блин, 10 ходов. А карточка на танке в фашизме, если мне не изменяет память. Если бы не ты, на русского вообще плевать. Видишь, ты нашел, блин, может вообще на этого напасть, на Кри. По приколу искушать. У него тут хорошие города, сколько я там науки. Вот тут ацтек уже по науке неплохо идет. 132 науки есть, почему нет. Да, наверное, надо на Кри города засюзеренил грек. Трындец. Ну, судя по тому, что ты в Сталеварение даже не выходил, то ты типа идешь, все-таки пытаешься туризмом побеждать, то есть там дальняя связь, вот это вот все. Ну это как бы да, это открыто. Нет, то есть телекоммуникация не открыта. Я в пехоту вышел. Ну, механайзд инфант, последняя пехота. В спутнике, то бишь? Да, да, в спутнике.
Ну, я вижу, ракетостроение открыто. Ну, это как раз это ж механизированная пехота, да. Просто как бы науки много, а все равно, там, чтобы открыть 10 тех, надо 10 ходов. Ну, тяжеловато тебе будет все равно против вертолетов русского. Ну, я говорю, вот вплоть до Мегары и Микен он может доходить, и как бы, ну, Мегары и Микены там сбирать, сжигать, что угодно делать, не понимаю. Это не мои основные города. Блин. Так, это пока вернем, значит, так и. Ну да, развеса. Тут. Вот убил меня. Так и знал, одного убил. Так, давайте на шпионов пока поставим. И экономика. Вот дополнительная наука. Так, у меня 222 науки, стало 262. Хороший ученый, плюс 4 науки дают все универы. Не знаю почему. Все пропустили его. Время выполнения заданий уменьшается. Хищение технологий, время выполнения заданий, вероятность побега. Так. Ну, вы вот мне такое скажите. Допустим, у меня есть призрачный шанс на, ну, теоретически на победу туризма, а вы пока побеждать собираетесь? Мы потом будем между собой разбираться. Главное тебя нейтрализовать сначала, как главную угрозу. Да давно ли я главная угроза-то? Давно. Туристами давно даже и не пахло. У русского просто, я не знаю, полкарты.
Ты там уже в ядерках, наверняка. Ну, хорошо, я в ядерках, предположим. И что мне эти ядерки вот сейчас дадут? Я могу приплыть тебя, в тебя покидать. Что? Русского я буду кидать и... Как это ему, как его замедлить? У него куча городов, он... Какие-то закинуты ядерки, значит... Вот именно, его замедлить. То есть, ну, ты признаешь, что победит русский, и ты не против ему в этом помочь? Нет, я не думаю, что победит русский. Я думаю, что мы будем с ним сталкиваться не на ядерках. Потому что у него, например, нету откуда ко мне идти ядерки бросать. У меня есть. Но... Кидать мне на него ядерки, или на Кри, или на Ацтеков вообще сейчас нету смысла. А на меня? На тебя есть смысл, потому что ты уже все закрыл в культуре. Ты впереди по науке на в два раза, чем все остальные, обрати внимание. Вы мне там нехило подпортили мою науку, можешь посмотреть. Ну, уже упала наука. Ну, какая разница? Ты 273 нехило, ты все равно больше, чем у всех остальных. Когда 600, я могу по одному ходу тратить на теху, а когда 300, извините меня, далеко не по одному. А ну, техи где? Ну, техи атомные. Мы очень тебе сочувствуем, несомненно. Ну так какой вам соперник? Какой я вам, ребята, соперник? Надо из Канына отправлять. У вас свои разборки. Караванов, чтобы Биг Бен построить. И, конечно, желательно деньги не тратить пока больше. Смогу я танк этот спасти? Танк России разграбит ферму. В лучших традициях аэродромы после разграбления никак от этого не страдают. Танк. Такие отличные танки были. Ну, не реально надо приплывать к русскому, ой, к русскому, к греку, просто атомки на него сбрасывать и все. Термоядерки. Ну, давайте эти тут маяк.
Так, а что я сейчас исследую? Лучше мою баллистику 2 хода. Давайте пока в современные танки пойдем. И мне тут в фашизм надо идти, как мне кажется, а не в коммунизм. Да, с культурой у меня вообще дело швах в этой игре. О, успешно вербует партизан. Здорово. Так, политический курс. Пока не буду. Вот это, кстати, можно убрать на данный момент. Давайте вернем. Не, давайте золото поставим. Я надеюсь, Биг Бен построить. Подержу послов. Я веду современные танки апгрейдить, чтобы напасть на Кри. Единственное, мне нужны еще танки, чтобы сделать корпуса и армии. Мне их надо много. Заняться строительством армии, но мне для этой карточка нужна, она в фашизме. В общем, нет счастья. Надо танки строить, чтобы 3 корпуса сформировать. Вот что это висит? У меня тут в этом городе этот тяжелый колесо. Блин, я, наверное, кучу вообще потерял тут. Ходов, потому что ничего не строилось. Я просто забывал, я думал, построиться, а вот в итоге... Вот что мы имеем. Есть какой-нибудь повод для войны без обвинения? Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!